Замечательный способ борьбы с лихачами придумали жители маленького польского городка Мошцице. Местным горожанам настолько надоели польские шумахеры, разгоняющие свое авто по единственной главной дороге города до 140 км в час, что они организовали на обочине дежурство самодельного полицейского. В качестве блюстителя порядка жители выбрали чучело из тряпок. На фигуру мужчины нацепили кепку, салатовую жилетку, очки в стиле Сталлоне, а к руке примотали фен. Вышел вполне себе ответственный работник ДПС, который издали выглядит как настоящий коп с радаром. Теперь он несет службу на обочине и в жару, и в холод, и в дождь, и в снег. Официальные представители полиции идею не оценили и хотели было убрать фигуру с обочины. Но за чучело яростно вступились хозяева и их соседи. Как они пояснили полицейским, настоящие патрульные в городке очень большая редкость, а их городской шериф все же заставляет водителей сбрасывать скорость и соблюдать правила дорожного движения. Еще много удивительных, забавных и интересных случаев на моем канале Диковости. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До встречи в новых выпусках.